Наши любимые, подшефные, можно сказать, школа 26, которые никогда нас не забывают. Мы тоже стараемся, приходим к ним. Например, 9 мая проводим у них там такие минуты славы. И дай Бог им здоровья, это наши самые лучшие друзья. Вот из детских коллективов, которые у нас есть, которые никогда не отказываются и очень любят нас, а мы любим их. Учебное заведение, которое увлеченно учится, отдыхает, они такие творческие. Это было, когда мы создавали наш проект «Бюро бабушкиных услуг», который до сих пор гремит, живет, его знает первый и второй канал. Спасибо вам, милые бабушки. Очень жаль, что нет нашей главной бабушки, которая была в то время у истоков, Галина Михайловна. Мы всегда ее помним, и царство ей небесное. Но Нина Степановна прекрасно эту роль исполняет. Ректор университета «Третий возраст». Вам очень повезло, дорогие мои. Третий золотой возраст – это время отдыха, время увлечений, время путешествий. И мы рады вас сегодня приветствовать. Нина Степановна, а мне бы хотелось вам подарить гвоздики. Как символ труда, вашего боевого духа, вашей энергии неиссякаемой. Потому что вы такая молодец. И то патриотическое движение молодежское, которое мы продолжаем в школе, благодаря вашему университету «Третий возраст». Я вам желаю счастья и здоровья. Спасибо. Спасибо вам, Сергей. Так, ну а я передаю микрофон Юле, ведущей сегодняшнего выступления. Спасибо. Добрый день, дорогие слушатели университета «Третий возраст». И мы вновь на сцене. Это ученики 26-й школы. И рады поднять вам настроение. Исполняется песня «Россия», ансамбль «Вертикаль». Yeah.
Караева. Для вас выступает Маша Санина. Вечно дарят бабушкам спицы и клубочки, шерстяные варежки, шали и платочки, в лучшем случае цветы, фикусы, левкое. Ну подарите бабушкам что-нибудь такое, этакое стоящее, ни платок, ни палочку. Подарите бабушкам обруч и скакалочку, редкостную бабочку, шарик на веревочке, гефильм, уроки карате и мелки в коробочке, золотую рыбку в банке, хоть одну, шахматы и телескоп с видом на луну. Чтобы ваши бабушки подарки увидали, чтоб сказали бабушке, как вы угадали. Чтоб сказали бабушке, вот праздник в самом деле, чтобы так обрадовались, что помолодели. В 2018 год объявлен годом столетия губернии. Наша школа старшей губернии, ей скоро 115 лет. Она пережила тяжелые годы Октябрьской революции, гражданской войны, годы лихолетия. Во время Отечественной войны была госпиталем. В школе развито волонтерское движение и военно-патриотическое воспитание. Поэтому с первого класса детям прививают сильные качества. Первый класс исполняет музыкальную композицию «Дан приказ». Thank you.
В мире так неспокойно, где-то идет война, гибнут наши ребята. Мы говорим «нет войне», пусть всегда будет солнце и мама. Ученики первого А-класса готовы хоть сейчас стать на защиту нашей Родины. Они поют «Ты не бойся, мама». Thank you.
Виолетта Оганян с песней «Вернись». Oh,
плодородный золотой возраст, дорогие сердцу близкие люди, дорогие мои старики, поем Роксана Рыцарева. Oh,
пожелаем здоровья и, конечно же, счастья. Разговор со счастьем. Спасибо вам большое. А вы попьете чайку все вместе. И вспомните нас, бабушек и дедушек. Спасибо!